Зима для многих – любимое время года, особенно для детей. Время радостных игр и катаний на санках. Что не скажешь про работу коммунальных служб. Это особенный период для работников специального хозяйства. Успевают ли они убирать мусор, расчищать снег и хватает ли им техники, узнавала Альбина Ламкова. Для службы специализированного автохозяйства по уборке города стоит одна задача – выполнить работу быстро и качественно и в любых погодных условиях. Тем более, что для сбора мусора есть необходимое количество техники. В 2021 году приобрели вот такой ломовоз, вот, который сейчас вы видели в работе. Это специализированная техника для ликвидации стихийных свалок на территории города. Она вмещает, чем обычный КАМАЗ, раза в 4-5 больше. Также было приобретено в 2021 году две единицы техники. Это вакуумно-уборочные машины специально для тротуаров и парков. Также было 4 мусоровоза новых приобретено в 2021 году. Еще администрация города приобрела порядка 1000 новых евроконтейнеров для раздельного сбора отходов. В ближайшее время их распределят по дворовым территориям. Особый подход к уборке снега. Практически невозможно заранее определить объем работы и время их проведения. Причем расчистку территории необходимо производить в кратчайшие сроки ранним утром, пока жители города еще спят. В зимний период мы производим очистку тротуаров от выпавших осадков, и работы зависят от толщины выпавшего снега. Занимаемся расчисткой тротуаров, мест общественного пользования, парки, тротуары. Мы их очищаем от снега и посыпаем во время гололеда. Периодичность работ по очистке тротуара зависит от погодных условий и температуры наружного воздуха, чтобы ни в коем случае не образовался гололед, который может вызвать опасность для прохожих. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.